Ну, до речі, риторика Лукашенка щодо війни, от як оціните за цей час? Вона зараз яка? Вона вже не така якась радикальна, чи він зберігає ще орієнтацію максимальну на Москву? Чи ж все-таки оця інформація про те, що він там так чи інакше силами своїх дипломатів передає сигнали Європі, підтверджується з часом? Ну, во-первых, он действительно, его министр направил письмо 5-6 министрам иностранных дел Европейского Союза. Я провел за последние 2 недели консультации с 12, завтра вот у меня беседа с замминистра иностранных дел Австрии, заммида Словении будет. И это письмо получили, прежде всего, министры иностранных дел Франции, Германии, Венгрии, ряда других стран, но не все, даже Брюссель не получил это письмо. Поэтому давайте не будем его переоценивать. Очень четкая позиция на сегодняшний день европейцев: сначала выполнить условия, освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии, и дополнительный аспект — это вывести войска России с территории Беларуси. Ну а тогда можно говорить только об одном — о новых выборах. Никто не признает Лукашенко, он уже настолько облил себя грязью, настолько он доказал свою виновность до войны, а сейчас добавил участием в войне. Поэтому этот фактор он не использует. Но вы правы, он играет свою игру, он сейчас риторику негативную смягчил, он уже больше занимается пассивными, внутренними проблемами, говорит о том, что в Польше, Литве и Латвии не хватает соли и гречки, и он уже дважды это заявлял, что не пускают, видите ли, правительство этих стран бедных граждан Европейского Союза в Беларусь за гречкой и солью, и он сам поверил в этот тезис, доказывает его всем на всех публичных выступлениях. Про войну он стал говорить меньше, потому что он видит, что главный союзник терпит поражение. И это влияет в том числе на его будущие возможности поддержать Лукашенко. Поэтому он, конечно, будет дальше стучаться в Европейский Союз с тезисом, что он главный гарант независимости Беларуси. Нельзя покупаться на этот тезис. На Лукашенко нужно давить. Для нас это возможность убрать его с политической арены, самая большая после событий августа 2020 года. В этом я убежден. Санкционное политическое уголовное давлення на режим должно бути усилено. Коли ми кажемо, що він сигналізує Заходу, ми справді не надто в цьому, не на 100% на це покладаємося, бо водночас є заява, наприклад, чому корисно Білорусі мати диктатуру, кілька днів тому прозвучала. Я пригадую цю цитату. «Слава Богу, що у нас є диктатура, ви всі мене критикували, диктатура, так зато порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голодьбою», сказав, зокрема, Лукашенко. Ну і друга його теза, яка все-таки підтверджує, що він Росії ще підігрує і добре, так це те, що от до союзної держави, яку успішно, мовляв, розвивають Росія і Білорусь, увійдуть не лише Росія та Білорусь, він прогнозує, що колишні країни СРСР так чи інакше долучаться до цього утворення. Зокрема, тут цитаті: «Думаю, для Казахстану був добрий урок». Оцей концепт «союзна держава», він насправді, ну, чого він вартий? Ну, я думаю, что он живет в своем параллельном мире с союзным государством, так называемым, с Россией. Мы видим в том числе и движение в противоположном направлении практически всех союзников Российской Федерации. Мы видим очень четкую позицию Азербайджана. Я думаю, что мы даже не рассчитывали, что она может быть таковой еще недавно. Хотя Азербайджан всегда стремился к самостоятельности. Я убежден, что практически все соседние к Российской Федерации государства приняли стратегию, направленную на то, чтобы в ближайшие годы как больше уменьшить зависимость, максимально уменьшить зависимость от Российской Федерации. Эта стратегия, я в этом убежден, принята всеми президентами и правительств соседних к Российской Федерации государств. Это стратегическая ошибка внешней политики Российской Федерации, то, что мы наблюдаем сегодня. Даже в рамках Евразийского экономического союза, например, вот таможенные пошлины, взаимные расчеты, была дискуссия, в какой валюте платить, и только Беларусь и Россия договорились о том, что это можно делать в российских рублях. Кстати, на нас поступает сведения о том, что все более и более близки Лукашенко и Путин к подписанию соглашения о введении единой валюты. Я бы не исключал, что этот процесс может быть ускорен, и к концу года будут подготовлены все правовые документы, чтобы с 1 января 2020
2023 года ввести единую валюту, российский рубль, для обращения на территории Беларуси. Поэтому я и говорю, все те, кто живет в иллюзиях о том, что санкции могут подвергнуть ущерб независимости Беларуси, как таковой независимости Беларуси уже нет. Субъектность Лукашенком потеряна. Есть граница на карте и флаг в Организации Объединенных Наций. Или мы сейчас создаем такое давление, прессинг внешний и внутренний, который позволяет нам сместить от власти этот узурпировавший, этот ужасный режим Лукашенко, или мы просто через год-два и Украина, и Европейский Союз будет вместо Беларуси иметь часть Российской Федерации. Для вас это очень важный исторический момент, ну и для нас, для белорусов, это также очень важный исторический момент. Ну от і користуючись цим історичним моментом, я зокрема бачу, що є дискусія і голосування от у вас на телеграм-каналі про те, як організувати оцю перехідну владу, перехідні інститути зараз, щоб вони при першій же нагоді могли стати до роботи і Білорусь як країна незалежна, демократична існувала. От про що йдеться, які інститути, які формації передбачаєте? Ну, я лично рассматриваю 5 вариантов, но это, может быть, не мои предложения. То, что в рамках дискуссии белорусского общества, активной части белорусов, прежде всего, конечно, очень многие белоруси надеялись и рассчитывали о том, что Светлана Тихановская вступит в должность президента, как победившая на выборах, но это решение находится в ее руках, и только от нее зависит. Мы знаем на сегодняшний день ее позицию, что она не планирует этого сделать. Есть второй вариант создания кабинета переходного объединенного кабинета широкой коалиции демократических сил. И такие дискуссии сейчас идут. И команда Народного антикризисного управления, которое я возглавляю, и штаб Светланы Тихановской, мы провели уже ряд консультаций. Посмотрим, как это будет развиваться. Светлана Тихановская сделала соответствующее заявление в первый день войны, 24 февраля. Время идет, важно принимать решения. Есть вариант реформы Координационного совета, который может быть преобразован в один из институтов власти. Проведение конгресса, который может, как учредительное собрание, учредить новый институт власти. Или, и в том числе, я бы даже не говорил здесь «или», а именно в дополнение к любому из этих вариантов, формирование национально-освободительного движения, зародыши которого, начало которого, может быть, просто правильнее будет так сказать, мы видим сегодня. Это и батальоны, которые воюют в Украине, Калиновского, полк «Погоня», который вот на прошлой неделе публично заявил о том, что он начинает тоже активную деятельность. Также партизанское движение в Беларуси, самиздат, активисты, коалиция дворов. Все те движения, которые, инициативы, которые есть, которые борются против режима, могут быть в основе национально-освободительного движения. Это политические решения, которые важно принять не только для сегодняшнего дня Беларуси, но и для завтрашнего дня. Все мы верим и работаем на то, чтобы Украина победила. И вот когда происходит эта победа, это создаст нам дополнительные возможности для изменения политической ситуации в нашей стране. И к этому необходимо иметь институт власти, признанный белорусским народом и который получит признание международным сообществом. Почув вас, пане Павло, спасибі вам традиційно за нашу і вашу перемогу. Павло Латушко, член президії Координаційної ради, керівник Народного антикризового управління Білорусі, білоруський дипломат, був з нами на